Организаторы выборов 20 ноября отметят День избирательной системы Краснодарского края. Праздник приурочен к проведению первых региональных выборов в новейшей истории Кубани – выборов депутатов Законодательного собрания первого созыва. Они состоялись 20 ноября 1994 года. Председатели избирательных комиссий муниципалитета поздравили с профессиональным праздником в администрации района. В каждой работе есть какие-то шероховатости, есть проблемы. Но решать эти проблемы – чисто профессионально вы за эти годы научились. Я уверен, что и дальше будет такой же подход, деловой, профессиональный. Поэтому всех с праздником, всем желаю здоровья, благополучия семейного и быть добру. В последнее время перед членами избирательных комиссий стоят сложные задачи, связанные с реализацией новых видов и форм голосования в непростых условиях.